Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы в саднике Олуха. Так, что нам принес Беззубик? Дрова, рыбу и опять же дрова. Забираем это без промедления. Так, сколько мне принес? Три. Так, давай-ка мы, наверное, что сделаем? Отозвать. Ладно, пускай ищет. Нам нужно железо, еще раз повторяю, друзья мои, 45 штук. У нас в данный момент только лишь 33. Опачки, а эти уже прилетели, гаврики, да? Ну-ка, что дашь? Ага, 75 миллионов рыбы. А лучше бы ты мне дала это яйцо. Ух ты! Это что такое? Это яйцо такое? Вау! В первый раз вижу, если честно. Так, здесь у нас что? Угу. Светлый янтарь. Давай-ка, лети налево. Вдруг что-нибудь прекрасное нам добудешь. Ну, а ты... гарантирую, нет, бесплатно, конечно же, бесплатно. Ну и сарделечка, которая прячется в пещерах. Все, полетела. Выберите тропу в приключении 35 раз. Выбрали, ну типа, да? Так, эти у меня орлы рыбу принесли. Этот до сих пор еще шоркается где-то. Так, продолжаем наши поиски. Древесина по фулке, я смотрю, поэтому 35, нам нужно... Так, а этот тоже у нас на поисках, да, получается? Слушай-ка, ну у нас пока 500 лямов дров. Может быть, кого-то можем отправить все-таки еще искать железо? Ну, а тут рыба. Тут из-за рыбы. Во! Вот кого мы можем с тобой отправить. Буйволорд, пускай летит. Тут, как говорится, каждая железка у нас на вес золота. Ну, давай посмотрим. Принцесса огнеедов согласится все? Да неужели? Ну, наконец-то, ребят, наконец-то она перешла. Ох, ничего себе, вот это круто, ребята, преобразовалась. Воу. Ты глянь, красота-то какая. Просто кр... А, древесин, ну, конечно же, не хватает. Просто, ребят, красотища. Так, древесинка. Кстати, смотри, 450 миллионов дров, если будет, а у нас будет вообще столько? Нету. Даже в нашей заначке, к сожалению, нету. Поэтому отправляем его... за дровишками. А тебя отправим мы на... Подожди, вернись. Я все прощу. На обучение я тебя хотел отправить. Блин, а сколько там надо-то? Я не могу понять. А, 11 миллионов. А у меня всего лишь 5 миллионов. Понятно. Так, давай глянем, что у нас дальше тут происходит. Ну-ка, радость моя, что ты мне принес? Дай железо, я тебя умоляю. Дай мне же... А тут, по-моему, мало железа, да? Сейчас посмотрим. Остановись! Три штуки всего лишь, друзья. Ну что же, 40. Слушай-ка, 40 это уже... Да что такое, я не то что-то взял, блин. Погоди секундочку. Сколько нам нужно, чтобы точно 45? Где мне еще 5 железа взять, друзья? Ну где мне 5 железа? Это так мало. И в то же время так много, да? Чтобы этого обучить, нам нужно 109 миллионов древесины. Раньше была проблема с рыбой, теперь у нас проблема с древесиной. Странно, но зато есть где у нас. Слушай-ка, может быть, нам его прокачать, этого ханорика? 120 лямов. Потому что он тоже может добывать железо на 80 уровне. Так, давай-ка мы его вначале отправим на добычу древесины. А ты что сидишь? Древесину добывай тоже. Стоит там, прохлаждается. Так, наградочку раз... Вау, 200 очков, ничего себе, ребят. Нормально. Так, а, у нас даже две награды сразу выпало. Забираем с тобой зубочистки Одина, 500 штук и плюс светлый блестящий янтарь. Почему все время его называю светлый? Сколько нам нужно? 7500 на премиум. 7500, ребята, а у нас уже почти 4000. Есть шанс, 16 дней еще в запасе. Может быть, все-таки мы с тобой накопим. И это будет вообще круто. Так, дальше мы открываем с тобой здесь ареновский пак. Креветка, столом, громобой защитник и все. Допустим. Здесь у нас что? Угу, обмен, уже сделался. Забираем. Выставить можно? Нельзя. К сожалению, пока нельзя. Так, снеговик. Нашли, нашли и открыли. Ну, допустим.
Так, ты давай не прохлаждайся, а лети-ка дальше на поиски, волнолома. Именно его я хочу, ребят, поймать. А вдруг получится? Отправить Беззубика в путешествие 5 раз. Выполнили задание. Забираем с тобой 50 очков. Так, пока все. Че, уже пак, что ли, созрел? Серьезно? Бесплатный и рекламный? Добыть такого не может. Чудовище, древоруб, шторморез. Так, что здесь, шестеренки? О, громоножка. Ну, ее отправляем сразу же на покой, потому что она у нас есть. Поэтому суетиться ради нее я не собираюсь. Отпустить. Да. Так, и рекламный, что ли, готов? Окей. Монетки Одина, 6 штучек. И начиночка этого пака. Древоруб, шторморез, парящий прихвостень. Мало, но приятно, черт возьми. Ну что, вроде бы как все. Все у нас работают, все пристроены. Давай вернем. Подожди, 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 сколько? 360 миллионов. Но он всего одну штуку добывает. На сотом-то уровне, а почему так мало-то? Одну штуку всего добывает мне железо, ребят. Странный малый. А ты что сидишь? Быстро на добычу. Так, эти еще малыши у меня должны прокачаться хоть чуть-чуть. Пускай идут, тренируются. Да? Чего им просто так здесь сидеть, дурковать? Так, покормим. Что, 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 что там построить? Не надо ничего строить. Да ёк, макарёк ты. Новая способность. Иди, тренируйся. Так, это кто у нас болельщик сардельки? Тоже пускай летит обучается. Они все быстро обучаются. А лишние драконы, сам понимаешь, прокачанные, к тому же нам не помешают. Эх, где-то нам с тобой нужно найти... Эх, ладно, потратим, все равно там потом найдем. Ну что, друзья, погоди-ка секундочку. Погоди-ка. А, это руны. Ё-моё, я что-то подумал, что железо здесь можно где-то выцарапать. Нет, нельзя. У нас только лишь вот здесь вот можно, ребята, попробовать. Подожди. Где? Да твою ж налево, где у нас этот пак-то? Он стоит, по-моему, 50, да? Именно с железом. А, 30? Давай возьмем тогда. Попробуем, рискнем. Но здесь нам не повезло. Фиксим. Ну что, друзья мои, у нас событие, подготовка. Авиапатруль. В первый раз, ребят, такое слышу я событие, авиапатруль. Давай-ка глянем, насколько он хорош, насколько он длинный. Слушай, он коротенький. Он коротенький, и я с удовольствием начну проходить его. Подготовка авиапатруля. Против каких мы с тобой здесь драконов будем драться? Вот что меня интересует. Я вижу здесь древоруб и громобоя. 15 уровень, но это пока. Барсик вообще здесь не в тему. Как ты видишь, у него очень слабый удар. Две волны. Ну, барсик, естественно, как груша для битья. Надеюсь, вылетов не будет. Они, наверное, смеются и говорят: надейся, надейся, ага. Не будет. Будет. Так, ну что, громобой? Ну вот ты что делаешь, да? Я не знаю, давай, наверное, вот так вот бомбанем. Вообще-то надо было, наверное, все-таки нам залечить. Кстати, у нас очень много с тобой груш. Всего лишь одна штука. И прилив сил. Тоже не очень много. Хрумкнем? Конечно, хрумкнем. Раз, и добивка. Следующие противники — это у нас два злобных змеевика. А может быть, острокрылых. Я не знаю, как их отличить, если честно. Они, по-моему, все одинаковые. Друг на друга похожие. Так, ну что ты будешь делать? Понял. Синий вообще-то эффективный против... А, против фиола. Все правильно они делают. Давай-ка залечим раны.
Сделаем укусик. Опять, наверное, нет, переключился он на штормореза, а мы добиваем. Угу, мечтай больше. Так, ну что, первая победа за нами. Двигаемся дальше. А вот оно, колесо фортуны, из которого нам выпадает с тобой 75 миллионов рыбы. Вот теперь парадокс, ребята, теперь нам нужна почему-то древесина больше, чем рыба. Забираем с тобой пак и идем на следующий поединок ради 1000 тусклого янтаря. Слушай, ну действительно короткое событие, 150 рун будет у нас в плюсе, если мы с тобой пройдем. А я думаю, что мы пройдем это событие. Крылатый ужас, еще не прокачанный. Так, и мы и дымодышащий здесь, я смотрю. Начнем, наверное, с этого гаврика. Так, фиол, фиол, фиол. Красный по фиолу, в принципе, никакой разницы нету. Смотри, что творит. Атака. Ну что, дымодышащий, будешь сейчас сюда бомбить, скорее всего? Конечно же. Разве он упустит такой момент? Насладиться халявой. Ну-ка, раз-два. Сейчас он что-то фыркнет. Очень сильно фыркнул. Можно, в принципе, пробить, но мы сделаем немножко по-другому. Не будем с тобой тратить нашу энергию. Она нам еще пригодится. Так, а здесь... Давай сюда, наверное, начнем. Хильнуться. Не буду я пока хиляться. Пригодится нам с тобой, опять же, энергия. Вот после атаки этой будем залечивать раны. Уклонение сработало. Уф, давай, наверное... Нет, все-таки так вот сделаю. А плюс залечим нашего барсика и сделаем укус. Естественно, этот у нас кто? Фаербольщик, насколько я помню. Он бросает эти комки лавы, так скажем, да? Но тут он уже ничего не кинет. Очередное колесо, из которого нам достается древесина. Окей. Лучше, конечно, плод мудрости. Но древесина тоже пригодится. Ну что, вот он, тусклый янтарь. Выпадает нам. Дальше идет поединок ради пака ареновского. Причем это у нас пак новичков. Ну, то есть не особо такой интересный у нас. Для нас, точнее, да? Но все равно проходить надо. Так, кревет и пристиголовый. Один электрический, другой огнеплюй. Наверное, все-таки начну с кревета. Вот, у него 15 уровень. Соответственно, урона у него будет побольше. Что ты там пшикаешь? Понял. Сразу же понижает мне атаку. А мы сделаем с тобой вот так. Мы не будем бить физически, мы просто будем с него снимать защиту. Вот таким вот образом. Здесь делаем надкусик. Сейчас, скорее всего, пламя пойдет. Странно. Пламени не было. И добиваем. Переходим с тобой плавненько на вторую волну. И здесь у нас уже... С этого начнем, с первого. Потом скалу. Наверное, начнем бомбить. Так, понижаем здесь защиту. И что ты будешь делать? Усиляться, да? Слушай, нет. Не стал усиляться почему-то. Но они мне штормореза хотят приструнить. Смотри-ка, все на него идут. Даже этот. Раз-два. Так, давай залечим раны. И надкусик. Удар хвостом. А, он переключился у нас на кривоклыка. Ладно, это его дело. Минус. Так, и еще раз залечим раны. Он зеленый. Конечно же, кривоклык по нему должен бомбить усиленно, но так как пониженная атака, бьет в штатном режиме. Даже немножко, я бы сказал, с пониженной атакой проходит все это дело. Ну, в принципе, и все. Сделать он здесь особо ничего не сможет. Барсик, добьешь? Красавчик ты мой. А вот она и победа. Очередное колесо, и выпадает нам с тобой необычный пак. Давно такого не было, если честно. Это радует. Плюс арендский пак новичков. И переходим плавно на мини-босика. Шторморез, громобой, крылатый ужас. И все. Ну что, какой там у нас мини-босс? По
покажите мне. Вот я боюсь, сейчас либо на мини-боссе вылетит игра, либо на самом босяцком. Ну что, здесь громорог, древоруб. Я, наверное, начну все-таки с древоруба. Ой, атака-то какая. Блин, нет, тогда вот сюда лучше бомбить, чем по пониженной, как говорится, да? Так, громорог, хорош выпендриваться. Слушай, сейчас что-то будет. Сейчас что-то он сделает. Он сделает, наверное, супер удар свой. Именно огнем дыхнет. Я так и думал. Я так и думал, этот парень неисправим. А этот, наверное, добьет. Повезло нам. Причем крупно. Так, этот сейчас опять будет жарить. Ты достал, вот серьезно тебе говорю. Ты достал всех, по-моему. Еще фиг пробьешь его, ты посмотри, а. Так. Вот он упертый, все-таки хочет мне шторморезом его уничтожить. Переходим на вторую волну. Ё-пар-сете. Вот этого-то тут только и не хватало мне. Это мини-боссик, еще раз повторяю, ребят. Вторая волна. Слава богу, промахнулся, а ты посмотри. Слушай, есть шанс. Небольшой, но есть. Давай, наверное, водореза с тобой в первую очередь. Попробуем забомбить. Так, как всегда. Как всегда, ребята. Барсик наш ни два, ни полтора добить не смог. Угу. Так, теперь, наверное, сюда все-таки будем делать акцент. Да, Барсик, твою же налево. Ну что ты... Куда сейчас? Сюда пыхнет? Ё-моё, ты посмотри, он у нас еле-еле выжил, друзья. Еле вообще там на соплях. На него дунь, и он рассыпется. Фух, повезло-то как нам крупно, а? Давай крутанем очередное наше колесо. И выпадает нам с тобой 175 миллионов рыбы. Вау. Хоть закачайся, да? Ну и вот у нас последний поединок. Это босяцкий. Кто же здесь может быть? Наверное, какой-нибудь древоруб будет. Так, шепот мне здесь как бы не нужен, если честно. И они всегда начинают ходить первыми. Меня вот это вот напрягает прям. С какого перепуга у них приоритет такой? Они по уровню ниже меня, а ходят первыми. Надо будет залечиться обязательно. Предлагаю, наверное, сделать все-таки просто укус. Пережить атаку. Эту. Так, смотрим, что он будет сейчас делать. Ай-яй-яй. Ну что, добиваем тут. Дальше делаем отхил. И две атаки нужно пережить. Одна пошла в кривоклыка, а этот в кого будет бомбить? Да, не самый лучший вариант. Но, тем не менее, мы с тобой успеем залечить раны. Хоть немножко. Этот сейчас опять будет. Наверное, сюда. Так, укус. Просто укусик. Так, что нам... Давай добьем, наверное. Ох, ё-моё. Громобой здесь, оказывается, босс. Вот я бы не подумал, что именно он здесь будет. С кого начать? С этого. Начнем, пожалуй, с этого. Так, кривоклык. Ну и смотрим сейчас, что будет. Раз, два, три. Они втроем сходят. Не надо, не надо его убивать. Они, наверное, сейчас, ребята, убьют мне. Этот не упустит возможности. Так и есть. Так и есть, ребята. Не упустил он возможности. Давай слепоту. Пускай бомбит этого. Кстати, неплохо бомбит, если честно. А наша цель теперь что, выжить? Наша цель выжить, ребят. Пускай сделает суперудар. Ух ты, ничего себе. Почти, ребят, получилось. Теперь бы нам тут как-то, я не знаю. Если он сделает суператаку, а он ее сделает, наверное, скорее всего. Ладно, сейчас проверим. Ать! Ты смотри, что сделал, а.
Я тогда сделаю вот так вот. Понимаешь, я сейчас ничего не могу сделать. Не прикрыться, не открыться, ничего. Шпарит-то как сильно. Ну что, слепоту на него навесим, да? Пожалуй, это единственный вариант, что нас может спасти. Видишь, что творит? Видишь, что творит? Еще и атаку себе усиливает. Шантропа. Да, мне придется еще потратить прилив сил. Это неизбежно, ребят. Это неизбежно. Надо тратить. Иначе он нас распишет. А я не хочу начинать все заново, тратить руны и тому подобное. Так, укусик. И еще придется потратить прилив сил. Тут только хорошо Барсик ему заряжает. Ну, видишь, так бы уже давным-давно бы нас расписал бы со своими суператаками с этими. Ну, в общем, все, ребят. Победа за нами. Крутим колесо удачи. Если его так можно назвать. О, 175 миллионов рыбы. Это, естественно, идет все в копилочку к нам. И забираем с тобой 150 рун. Немножко, но все равно, ребят, приятно. И главное, чтобы это событие с тобой прошли. А я обожаю, когда мы проходим события. Так, у нас что, тут обновился магазин, что ли? Так, точно, обновился. Забираем вот эту штуку. Ну, вроде бы и все, да? А, у нас же паки еще здесь. Так, монетки. Древоруб. Чудовище. Экзотический шепот смерти. Капелька ресурсов. И открываем еще с тобой вот этот вот необычный набор. Размягчитель. Ну, его сразу же, ребята, в топку. Он у нас есть. Поэтому отпускаем его на свободу. Ой, как же хорошо, а, когда проходишь какое-то событие, ребят. Как приятно сразу на душе, а. Еще, как говорится, с одной нас маленькой победой. Так, у нас что? А, у нас рыбы на пределе. Так, ну что, если у нас много рыбы, кто нам помешает немножечко подкачаться? Нет. Не то я сделал. Так, ну-ка. Гром или защитник? Пока его трогать не будем. Так, что-то хочется какого-нибудь такого, знаешь, суперского прокачать. Полетел, что ли? Полетел. О, громилет. Ну, не хватает уже. Так, эксклюзивный. Громиль защитник. Кто у нас тут еще есть? Какой-нибудь интересный экземпляр. Ну-ка, вернись. Перелети. А малыш наш, который... Где он? Где он? Все время их теряю, а? Вот же он. Ну, прокачиваются, ребята, уже 74 уровень. Идет на 75-й. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!